Окей, такс. Все. Звук должен быть починен, все нормально. Ауч, минус ухи. Да ладно. Я аж в стену вжался и начал... Что-то упало прямо на перепонку. А, так это... То, что игра построила у меня сразу все. Отсюда звук был. Я аж в стену сжался, чтобы не орать. Так, давай мы грибас пожарим. Так. Окей, у нас сегодня сосалт. Где мое дерево? Так, дай мне стрелы. Окей. Ангар! Так, куда бы мы хотели всосалтироваться? Вон туда, да? Еп. Я немного не пожрямши, не попивши, но должно быть все равно. Звук пока не меняется. Микрофон по-прежнему 35, все должно быть нормально. Интересный домик наклонный. Так. Что ж. Рядом пока никого нет. Ага. Тридцать. 90. О, 30-90, он труп. Значит, 120 урона. 4 попадания, видимо, ровно в тело его убивают. Что-то я из безопасной воды очень не хочу выплывать пока. Стоп. В смысле вы плавать можете? Окей, что-то новенькое. Судя по всему, они меня еще и бить... Да, они бить меня под водой могут. Это безопасно, шаг, это безопасно, шаг. Читер, ко-ко-ко. Шаг не читер, а тактун. И значит, то, что я их в прошлый раз убивал вот так вот из воды, это тактун, и это правильно. Потому что эти жопы могут плавать и могут бить меня в воде, оказывается. А, еще один. Это уже более прокачанный чувак. Ему это нахрен не поможет. Все? Хе-хей! Я царь горы! Этот, резина, которая мне очень сильно нужна. Слушай. Шакулат. И горжусь. Даже стрел много не понадобилось. Просто, типа, офигенное копье, да? С двух ударов вообще аннигилируют их. Так. Это тоже нам пригодится. И это нам тоже пригодится. Надо 8 резин на ласты. Не на ласты, надо 8 резин на печку. Ласты-то тут при чем? Ласты на мне уже давно. О! Суп из грибов и птицы! Нифига себе тут есть! Слушай, какой хороший остров с домиком прям. Какой интересный островок там сразу за. Неоновый кот и аниме-тишерт. Аниме футболки. А вот, собственно, главный лут, насколько я понимаю. Вот этот контейнер, это и есть главный лут, да? Запеченные бобы, компоненты ткани. Типа ок. Ох ты! Бабки, бабки, бабки! Так, квадратный стол, клетчатый диван. Я думаю, все это игрушечную сову, скрипку, вот это все можно продать очень неплохо.
я так думаю. Окей, такс. Больше у нас тут вроде ничего особо нету, да? Эта шняга не разрушается. Будет прикольно, если сделать прикол, что ты изучил это по взять у других фракций. Нет, зачем? Это не прикольный прикол будет. Резина. Вот, теперь резины должно, в принципе, хватить. На все хорошее. В итоге в конце огнестрел, не огнестрел. Нет, это я пока на мутантов нападаю. У продвинутых фракций уже есть огнестрел, мы видели их. Когда мы плавали мимо контрабандистов, что ли, мимо кого-то такого, они уже с пушками стояли, а не с арбалетами. Поэтому им не надо, чтобы я изучил, чтобы самим что-то получить. Они это что-то вполне себе имеют, просто у мутантов этого нет. Офигенная резина. Зашибись. Моторку-то изучать будем? Наверное, да. Но я не уверен, что я прям, знаешь, просто козырей построить смогу. Мы же знаем, что футболка хрень стоит меньше одного дерева, правильно? Пофигу на нее. Металлолом важнее. Так, и вот это разбить. А, рубашка заправленная лесная внезапно. Из бочки. А, это которая броня дается мне, окей. Почему бы нет? Ну, кстати, на плюс 3 броня, она наверняка побольше стоит, чем 0. Деревянные доски, узорчатый ковер. Давай мы воду выпьем, например. Возьмем ковер. Блин, консервы вообще полезные были бы. Ладно, хрен с ним. Еще купим. Так, окей, на тут все, пойдем продадимся сразу. Вон у нас продажка. Ну а что ты изучил снопую тупо на лодке всех пиу-пиу? Не факт, кстати. Во-первых, не факт, что здесь есть снайперка. Давай с этого начнем. Здесь есть пистолет, да. Но при этом тебе надо из пороха каким-то макаром делать себе патроны. Я думаю, что это гораздо сложнее, чем делать стрелы. Так-то. Строй лодку, ящики в нее для лута. А ты думаешь, в лодке есть место под ящики? Ты думаешь, что так можно сделать? Я почему-то думаю, что нет. Лут тут остается, если уйти со срока. Да, здесь лут лежит достаточно долго. Мы это в прошлый раз проверяли. Вот, до сих пор моя рубашка здесь лежит. Так. Ага. Мне надо перетаскивать это сразу. Окей. Да, у нее, слушай, все обновляется каждый день. То есть вот у нее снова консервы появились дофига. Ага. Что-то все очень грустненько здесь. На 3 монеты типа ровно, да? Хрен с тобой. Вот эта вот рубашка стоит примерно ничего. Типа. Поэтому она у меня тут валялась просто так. Ладненько. Особняк пока что родной, плывем. Я акулу все еще опасаюсь. Можно попробовать какую-нибудь серу добыть или что это? Это железо, например? Окей, под водой железо.
Кстати, Даргашат, твой инвентарь просто в два раза больше говорит о том, что максимальный язык как-то будет или нет. Скорее всего, да, потому что у меня сейчас обычный какой-то дешман добавил целую строчку. То есть какой-нибудь хороший рюкзак Т4 наверняка 4 строки и добавит. Есть такое мнение, да. А ты насколько хорошо эту игру вообще знаешь тогда, Базар? Если ты знаешь, что такая фигня есть. Окей. Ты в нее уже играл или ты смотрел где-то? Так, давай первую серу добудем себе. Окей. Слушай, как долго сера добывается, трындец. Ну или недолго, скорее много серы добывается. Много серы — это хорошо, вот теперь я смогу делать патроны. А еще я могу делать пистолет. Между прочим, уже. Это прям может быть очень даже ок. О, полезный ящичек. Окей. Найс. Ну я как бы фулы, так что пойдем домой. Хотя там сера. Сера по 5 стакается? Нет, как минимум 8, наверное, по 10. Ну охереть теперь. Ладно. Ну, по крайней мере, свободное место теперь под серу есть. Плохо знаю, смотрел на Тутубе давно, полгода, наверное. Но она в августе только вышла. Ты ее где-то в августе, наверное, смотрел. Не, слушай, а сера-то стакается очень неплохо. А тут еще и доп-сера, походу, есть. 19 ми... То есть по 20, скорее всего. Потому что по 20 здесь стакается дерево. Больших стаков я здесь не видел. Окей. Ага. Так. И одна не может, к сожалению, приняться просто так мне в этот. Все, да. Вниз. Полоску. Полоску можно только самому переносить. Так, куда мне надо? Куда, да? Нет, неплохо, неплохо. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что мобы в воду тоже могут попадать. Тоже пытаться меня накернить. Такое себе знание, конечно, но полезно, полезно. Так. Окей. Дом, милый дом. Эрон, дом. Текс. Давай тебя сюда, тебя сюда. Серу, наверное, тоже пока сюда поставлю. Достаточно неплохо ткани уже, что приятно. Так, давай... Лимон. Фак. А, ну его пожрать надо. Окей. Хлопок обратно. Неплохо. Я сюда снова посадил случайно. Сразу. Окей, теперь у нас есть хлопок для создания ткани. Наверное, прикольно, но это не факт. Ей! Одни семечки лимона и появились снова. Найс. Лимон будет? Петч, да. Сейчас будет петч. 8 резины, 15 металлолома, 15 дерева. Резина целых 16, кстати, ни хрена себе. Можно и чуть-чуть подальше сделать вот так вот. До нее тоже сложно будет добраться врагам так же, как и у меня. Так-с. И мне, походу, размещать-то придется по одному предмету.
что не очень приятно. Да. Ух, это геморно. Капец. Надо расширяться, что-то места маловато. В тесноте да не в обиде, как говорится. Ну, кстати, смотри, это, судя по всему, кусок балки от фундамента, который у меня наверху. То бишь, в теории, я могу реально фундамент намутить. Интересно, его могут разрушать? Надо молоток с собой взять и проверить, я урон наносил вообще или нет. В тесноте, но с БД... Нет, да, давай без БД обойдемся. И без БД не то, ничего так ходится. Угу. То бишь, даже если я так сделаю, они просто начнут долбить нижние палки. И в итоге я... Ну, у меня вся база уронится. Невыгодно. И будем знать. То бишь, строить надо на земле все-таки. На земле это делать гораздо выгоднее. Плюс угли, плюс железный слиток. Ну, с почином нас, однако. Теперь у нас есть железные слитки. Так. Давай мясо птицы пока сделаем. Уголь и сера как раз нужны для пороха. Вроде бы как бы. Так, а где его делать? В инвентаре? Можно, кстати, шлёбму намутить на 10 брони, да. То что, я как-то в дешмане хожу? Так. Сюда куда-нибудь пока... Давай мы себе нормуль шлёму намутим. Исследовалку изучать всякое... Ну, изучать-то всякое, это, конечно, хорошо. Но я бы сначала что-нибудь боевое... Так. Травяное лекарство, смесь... Для выносливости. Временно увеличивает скорость восстановления выносливости. Ага. Это что-то новенькое. Я этого не замечал. Мне нужен черный порох. Но черный порох надо делать... А, наверное, в оружейной мастерской, слушай. В этом есть логика. То бишь, надо немножко подождать. Можно будет изучить плиту, например. Быстрее готовки, экономия древесины, больше угля. Резина, компонент, металлолом? Слушай, почему бы и нет сейчас? У меня не так много компонентов, но их скоро можно будет делать. Так. Гриль. Так, а где ты делаешься? Ну, я могу даже парусную лодку сейчас сделать. Чуть-чуть побольше резинки можно и моторную лодку сделать, конечно. А, господи, я слеподур. Сейчас
Шаг слепух. Да, 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 да. Так. А чтоб его убрать, мне нужна коробка, да, ведь? Где вот у нас коробка была? Или я просто так должен был сделать? А, вот она. Так. Сейчас добавим сюда еще. Хорошо, секунду. Так, подожди, а что у нас боевая музыка пошла? Я его не заметил. Окей. Их в этот раз больше трех, судя по всему. Жду не дождусь, когда нахрен нападать на меня начнут. Все, да? Когда на меня начнут нападать полноценно какие-нибудь боевики с оружием. Ой, вкусно будет. А, как вкусно пахнет. У меня тетя желудочки делает индюшачьи. Офигенно вообще. Будет вкусное мяско. Так, что я хотел? Коробку. Коробка, коробка, коробка. Так. Обковать. Не, ну давай грибас пожарим, подождем, ладно. Тут факела по острову можно проставить? Я думаю, можно, но они, по идее, будут их долбить. Спать, кстати, пора. Так. Оп. Ага. Интересно, можно ли будет этот гриль продать? То есть коробку можно использовать постоянно. Она не одноразовая, что очень приятно. Очень любопытно, можно ли гриль продать будет. Так, и давай попробуем. О. Он сюда еще и нормально вмещается. Но по-прежнему всего одна рыба доступна. В смысле, один слот для доступен. Для размещения. No translation found for description bird meat, mushroom soup и на этом. Нет перевода. Снижение скорости голода, жажды, фул еда, фул вода, фул энергия. Нихреновая тема. Но готовить, кстати, действительно быстрее. Это приятно. Так. Теперь... Погоди, теперь я могу сделать оружейку, наверное, да? Компонентов нету больше. А я же изучил, как мне делать компоненты, правильно? Да. Стекло. Фак. Резина. Фак. Да. Видимо, придется потерпеть, потому что ни того, ни другого особо сильно нет.
Лавка руды, подождите. Пожалуйста, подождите. Ту-ду-ду-ду. Ну давай пока сюда, пока я в продажку типа не готов особо сильно идти. Так. Уголь стакается больше 38. Шаг, ты изучил, как порох делается? По-моему, да. А, нет, не изучил. Сорян. No translation found in description. Серый и древесный уголь, сори. Я думал почему-то, что я изучил. Я не прав. Простите. А, да, ты его в инвентаре действительно делаешь. Упс, сорян. Окей. Окей, теперь у меня есть 10 пороха. Так. Патроны на черном порохе. Я могу изучить теперь. Так, созрело? Нет еще. Давай мы изучим патрошики на черном порохе. Я не знаю, как я акулу собираюсь долбить на самом деле под водой. Очень хотелось бы ее продолбить полностью, но... Очень уж нужна акула. Так, и чё, патроны? А вот патроны, походу, реально на оружейном верстаке, да? А, нет, тоже в инвентаре. Всё. Окей. А, и стакаются одни по 60. И делаешь ты их по 10, что, в принципе, очень даже неплохо. Так. Окей. Теперь мне надо сделать пуху. Шесть компонентов у меня осталось? У меня ровно 6 компонентов нахрен и осталось. Отлично. Ей, пистолет, ту-ду-ду-ду. Интересненько, интересненько. А целиться прямо в эту фигню надо, да? Там пистолет в исследовании получше? Не получше. У него он трехзарядный, но у него меньше урона. Урон 35. Но он типа трехзарядный. Малый воздушный. О, блин, мне компонентов надо трындец. Мне этой резины надо трындец. Так. Мне надо пойти куда-нибудь резину добывать. Куда мы теперь можем пойти? С пистолетом-то? Давай туда, что ли, сходим, наверное? Или на то поселение? Так, а мы на том плоту были или нет? Я что-то не помню. По-моему, я его скипал тогда. Поехали на плотик. Заодно, кстати говоря, можно посмотреть. Ну, лут пока не обновился. Я не знаю, когда он будет обновляться, но он пока не обновился. К сожалению. Это как ваншот, наверное. Учитывая, что здесь урон пишется слева наверху, мы сейчас узнаем, какой там урон. Пистолет из-под воды стрелять? Нет, под водой нельзя вообще ничего делать, но на поверхности можно. Можешь сделать железную пику, у меня и так железная пика. В первом слоте у меня железная пика. Да, я тут не был. Окей. Тоже мутанты. Нет. Шестьдесят восемь в тело. Блин.
вот это все. Неужели пуля так уменьшается в этом полете? Это 8. Это 8. 204. Йоу. Но поле прям очень непонятное. Ну-ка. 68. То ли одна проседает очень сильно, то ли одно из двух. Ну неплохо так-то, неплохо. По-моему, она очень сильно проседает по высоте в итоге. Все? Нет? Ой, твою мать. Даже не заметил, называется. Окей, теперь все. Мутанты глаза стоят на пипец глухие, да, есть такое. Капуста, картошка, мясо, мобила? What the fuck? Это сейчас громко было, сорян, да. Окей. Фига себе лут. А тут у нас что? Паук, фу, нахер. Аж дрожь прошлась, зараза. Окей. Тут мушкетный пистолет, а им похрен. Это нормально. Они же мутанты, откуда ты знаешь? Может, у них слуха нет, ну? На то же и мутанты. Мобил 10 монет, это круто, 100. А, 50, подожди, их 2? Это они по 50 монет. То бишь, ну хрен его знает на самом деле, сколько это будет. Часы высшего класса. Вот это сотка уже. У меня перчи появились. Окей. Так, тебя не смотрел. Окей. Абонент, цена действия телефона. Что? Это два телефона. Телефона по полтиннику в итоге. Блин, картофель и капуста, это прикольно. Здесь, типа, много чего выращивают, значит, можно. Это здорово. Так. Тебя еще. Тебя еще. Топор, что ли, получше сделать, блин. Если он тут есть, конечно, получше. Так, ну вроде все. И я почти фулы. Можно убегать, можно, в принципе, идти продаваться снова. Получилось нифигово. Какие-то, ну, очень глубокие постройки, трындец вообще. Я пока в очень глубокое что-то идти не очень сильно хочу. По-моему, я тут был, если мне память не изменяет. Хотя вроде не похоже. Можно серу еще взять. Слушай, во. Я лучше пойду серу еще добуду, чтобы патрончиков побольше сделать. Мы хотели парусную лодку скрафтить? Не, не хотел. Я говорил, что я могу скрафтить. Это не значит, что я хочу скрафтить. Щец можно сварганить. Можно. Трактор. Трактор, это хорошо. Так, давай сюда. По-моему, прошлый трактор давал больше. Резина. Хорош. Окей, ладно, все. Завалил. Резина капец важна. Ну а теперь я точно фулы, поэтому поехали домой.
Где дом? Я, ну типа, давай попробуем, конечно, лодку скрафтить, но я вообще не уверен, как ей здесь управлять. Ну вот парусную лодку можно. Окей. Она хотя бы компоненты не жрет, и на том спасибо. О, грибасы зареспаунились. Так, окей. Сколько у нас дней прошло? 5? 6? А, 7. Окей. Раз в неделю спаун, видимо. Возможно, это относится даже ко всему. По респаун еженедельный. Фу, мне надо будет отдельно еще для дерева, походу, ящик. У меня много ткани, я могу сделать много веревок теперь. Что-то немножко не радует. Рюкзак можно посмотреть. Так. Блин. И снова ни одного лимона. Лимон жопа прям какая-то. Ладно, зато хлопка много. Так, ну чё, пойдем вот это вот попробуем продать. Все. Вот в еду, наверное. Интересно, кстати говоря, сколько еда стоит. Давай мы посмотрим, сколько стоит рыбка. Очень интересненько. Есть ли смысл, например, ловить рыбу и продавать ее? Потому что удочку у нее стоило типа трындец много. Клубника. Марлин по ним появляется по одному, кстати, тоже забавненько. Паука надо над кроватью повешать, не надо. Паука надо просто повешать. Деньгу брать не будешь, а я ничего не собираюсь покупать. Я собираюсь только продавать. Мне здесь покупать-то нечего. У нее ничего интересненького-то и нет. У нее есть вот пистолет, и у меня пистолет. У меня на 3 урона больше. Ножик непонятно нахрена. Батарея... Фиг знает. Типа, что у нее покупать? Усилитель легких покупать. Так. Давай, во-первых, посмотрим. Not enough. Значит, гриль не стоит одной монеты. Гриль не стоит даже одного дерева, твою мать. Ага. А рыбка стоит одно дерево, да? Это грустно. То есть гриль проще на самом деле разобрать и металл себе вернуть. Фига себе. Это мобила, видимо. Мобила и часы. Супер дорогие. Если эту стоит 200, то все остальное... Стоит 30? 39. Все остальное стоит 39. Видимо. Значит, доска имеет ценность 3. А одежды, например, ценность 1. И вот эта фигня ценность 1 или 2. Ладненько, будем знать. Вот если бы она резину продавала, да, цены бы и не было.
резину, компоненты, вот это все вот на продажу бы, и все было бы супер шикарно. Все, вернемся домой, пожрем, мы пойдем на следующий остров. Патроны еще есть? Надо ими попользоваться. Рыболовную сеть скрафтить? Не. Такое. Ну хотя, с другой стороны, у меня сейчас веревок дофига, я думаю, мы можем рыболовную сеть скрафтить. Так. И у меня 41 монета. Не так плохо. Так, давай мы возьмем и сделаем еще один сундучач. Мне очень нравится, что здесь сундук на сундук стакается просто потрясающе. Далеко не во всех играх так сделано. А здесь сделано, и сделано очень даже хорошо. Отлично. Угу. Так, теперь давай сделаем веревочки. Так. Веревочка. Значит, и нам нужно 8 тканей и 25 дерева. Окей. Я куда-нибудь туда поплыву, наверное, или туда? Туда, наверное. Я надеюсь, она без меня никуда не уплывет. Перемену утечки можно, можно, но зачем? И 7 веревок. Так, а что у нас рыбная эта фигня? Три компонента на эту хрень, от нее я точно тратить не хочу. А, стоп. А тут есть турели? По-моему, да. Я что-то про турели в отзывах в Steam читал. Так, надо пожрать и попить. И энергию восстановить. Давай попьем, да пожрем. Лимончик сожрем. Так. Антибиотик у меня только один. У меня есть красная водоросля. И давай мы так сделаем. Вот. Окей. А катер показывается где? Прикольно. Ну, кстати, не, лодку прибивает. В лодке есть... У самой лодки есть деревянный сундук. Не, почему пассажир-то? Вот, водить. Поднять паруса. Изменить цвет. А, это этой. Уи. Повернуть парус. Окей, это нахрен странно. Очень сильно, как по мне. Здесь вроде течения не было, но оно как бы есть. Самое интересное, могу ли я быть пиратом? По-моему, я, кстати, замахнулся очень круто сейчас, да? Там под водой что-то есть. Мародеры, база железного черепа. По-моему, я сейчас не прав. Да. Пожалуй, я сейчас не прав. Вот там чуваки с оружием прям видны. Вот этот чувак что-то в руках держит. На арбалет не похоже.
Всегда попутный ветер? Да, походу. Школа. А, это подо мной, видимо. Здоровенная школа, слушай. Вот это похоже на мутанты. А, нет, тоже мародеры. А, нет, блин. Ау. А у них многозарядка. А, нет, у них арбалет. У одного арбалет. Да блин, я R на перезарядку постоянно пытаюсь нажать. Твой. Что это было? Ау, 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 ау. Там уродно. Там уродно слишком много, я бы сказал. Так. А, лодка не уплывает меня. Я только под защитой лодки пока могу быть, слушай. Капец, там уродно они. Я надеюсь, что лодка крепкая. Что она выдержит. Так, а где он? Только что... А, вот он. Я не уверен, что я в эту щелку попаду. А там наверху еще чувак с арбалетом. Зараза. А, у нас еще темнеет. Я боюсь садиться в лодку, потому что они в меня попадут, и я сдохну. А мне бы отсюда уплыть нахер. Окей, попал. Вот одни из двух выстрелов уже не умирают. Ау. Зараза. Капец, хп мало. Сейчас будет абсолютно нихера не видно. Ей, попадание. Все. Время брать с собой хилки? Может быть, кстати. Как я не попал? Я не понимаю этот пистолет, реально. Все, минус он. Остался арбалетчик. Ага, вот он. Только я его не вижу, блин, за трупом. Темно, на самом деле, трындец. Ни хрена не видно. Это не то, что мне надо. А, погоди, тут еще один. А, ну чё это я думал, что их трое всего. Холод, оставайтесь возле огня. Найс. Оп! Зараза. Он в меня, значит, может попасть через вот эти решеточки, а я, блин, в них не могу. Скотина. Я
Косяк. Может нырнуть, поискать поесть? Да нет, тут не в поесть дело. Еще не время спать. Не, ну хотя бы на мне вот это все остается. Это не может не радовать. Так. Давай еще порох. Еще патронов. Пускай по 60 пока стаки будут у меня. Интересно будет. Окей. Жажда выпить и что-нибудь. На тебе что-нибудь. Так. О! Семена капусты, между прочим. Зашибись вообще. Капустку мы посадим, да. Так, ну, теперь, к сожалению, плыть придется пешком. Как бы странно это ни звучало. Самый интересный вопрос. Спаунится ли там враги заново? Я вот хз. Да, я этого пистолета вообще не понимаю. Для меня пока пистолет самая большая загадка, потому что я не знаю, куда с ним целиться, как попадать в голову. Какой у него уклон. Вот был бы здесь манекен какой-нибудь, было бы понятно, но здесь его нет. Че, мародеры, блинские. Что, у них, может, даже хп не восстанавливается? Было бы прикольно. One shot. Nice. Ну. Не, one shot. Окей, 200 хп в голову one shot'ает. Это приятно. Патроны, привет. А вот это очень приятный лут. Okay. У него многозарядный, похоже. Что... Ау. Ау, дах. Сколько у тебя патронов, нахрен, ну? Кровотечение, наложите бинты. У меня нет бинтов. Есть бинты. Нихера себе. Окей, вот это уже вкусняшка. Вот пошла жара вкусная. Новое место, полицейский участок, тоже неплохо. Есть огнестрел в луте? Судя по всему, есть. Либо очень редкий, либо все-таки огнестрел надо делать самому, но есть патроны. И вот патроны в луте мне, честно говоря, очень сильно нравятся. Единственное, что мне не нравится сейчас, это мое, блин, хп. Трудные компоненты.
Интересно. Не, нельзя. Ну там милишник чисто остался. Если он один, конечно, там. Не факт. Да. Понял, принял, завалил, как говорится. Ай-яй-яй-яй. Ни хрена у меня хп. Не, ну тут умереть уже проще будет. И быстро протануться на базу, конечно, но... Охереть одни метки, это просто жесть. То есть мне стоило просто вот прыгнуть, он в меня тут же попал. Интересненько, Коко. Значит, давай это сюда. Ага. Ну давай, допустим, я с собой хилку возьму, окей. Может быть. И сейчас мы на самом деле сделаем вот из этого хилку. Окей, похилимся на фулы. Игрушка становится все интереснее, не говори, блин, охренеть вообще. Но я так сильно подозреваю, что я на самом деле не по левелу туда пошел. Что мне надо сначала еще поразвиваться и только потом туда идти. Но все равно так интересно, да. Надо было сразу реагировать и кому-нибудь в колебало давать. Но у меня было очень мало хп, поэтому было очень стрёмно. Если бы сразу минус один бы прописал, было бы намного интереснее. Очень хочется, чтобы с врагов падала пушка какая-нибудь. Чтобы оружие падало. Прям очень хочется. Черепашек добыть можно? Скорее всего, да. Они, кстати, потоктодны за стеночками все дела. Ау, попал сразу, падла. А, ты живая? Охереть! Я же ей в голову попал первым... Нет? Я что-то не заметил, сколько уродно она показывала. Мне казалось, что я первым выстрелом в голову попал. И типа, все нормально? Нет, она, блин, на меня побежала стрелять. Жопа. И наносит уродно она, типа, капец как много. Так, давай вот так. Я на это трачу много еды. Надо будет еду пособирать. Это будет плоховато. Кстати, про собирать еду, да? Так. Где у нас капуста? Капуста. Пока вот так. Возможно, надо будет еще больше посадок сделать. В принципе, посадки пригодятся. У них, я так подозреваю, вот может быть трехствольный пистолет и есть шестизарядный. Но я сомневаюсь в этом. Мне кажется, что у них просто какие-то крутые пушки. Типа, ну, пистолет прям. Прям настоящий 9-миллиметровый пистолет.
Мы все-таки трех с волка, три шанса нанести хэт лучше, чем один и смерть. Это будет сколько получается? Типа сотку урона? Их хэдшот тогда один не убьет. Сейчас я так подозреваю, они все-таки умирают с одного хэдшота. Я, наверное, все же не попал. А так они не будут с одного хэдшота умирать. Тут этот пистолет просто перезаряжается еще, зараза, долго. Я не знаю, движение в приседе помогает вообще или нет. Блин. Не, она либо слепая, либо глухая. Найс. Окей. Это хэдшот был. Слушай, это трехствольный пистолет с шестью патронами? What the fuck? Но патронов будет жалко тогда. Очень большой расход патронов будет. Как мне кажется. Бездыбный порох еще. The fuck? Хотя бы не хэдшот, конечно. Это лучше, чем ничего. Три выстрела труп. Okay. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Батончики. На здоровье, кстати. Пригодится. Это мы все возьмем. Воу. Я так сильно подозреваю, что вот это все-таки можно выкидывать, потому что это мусор. Просто футболка дает две бродни, но она у меня уже износилась прилично. Классно выглядит. И жучин чертеж для хранения предметов. Хорошо. Ну. Только что ствол видел, торчал. Здорово, что тут можно с лестницы стрелять, и ты типа меткостью обладаешь при этом. Хоть какой-то. Оп! What the fuck? А. Ай! Я, пожалуй, поригиднюсь теперь. В смысле, не попал никуда. Интересно, кстати говоря, у них патрон бесконечный или нет? Пока, судя по всему, да. Ау, попало все-таки, падла. Попадла. Это что она? Это она. Найс. Минус. Хэт. И это тоже еще не все. А, там, видимо, внутри в домике в этом еще будут приколы.
резина очень нужна. Где она? Спасибо. Хедшот. Все? Ей! Хе-хей! Спустя всего 3 смерти, да. Лол. Сейфик. Молотов бы туда. Блин, классная идея. Гранат. Ну, вообще тут гранаты есть. Чертеж антикварный. Сломанный футбольный шлем. Сломанный ПМ. Окей. Антикварный. Все, точка. Пу-пу-пу-пу-пу. Чё бы мне отдавать-то пока? А, подожди, можно в корабль вернуться, точно. Ничего отдавать не надо, надо вернуться в корабль, и там есть хранилище. Хорошее хранилище, кстати говоря, у корабля, надо признать, ни хрена так себе. Капец удобно. Главное, чтобы этот корабль от меня никуда в итоге не уплыл. Черт его знает, может он или нет. Окей, тогда давай смотреть на фулы теперь. Тут очень интересный остров будет еще потом. Так, здесь вроде все. Я тут собирал на фул. Окей. Так. Фул разбить нельзя, а жаль. Так, тут тоже так вот. Давай мы все это будем брать, за одну монетку продавать и норм. Окей. До хрена металлолома, спасибо. Часики. Короче, оружки тут достаточно, ну, видимо. Кожа! Лухари нахер уже начинается. Кожу под жопу будем пихать. Так. Окей. 13 патронов, not bad. А тут финальный лут. Прикольно. Ко-ко-ко. Плитка пола. Интересно, я изучил один и тот же чертеж? Или нет? Окей. Не, ну слушай, лутание прям мне здесь очень нравится. Прям оно хорошо сделано. И это очень приятно. Прям правильно сделано. Окей. Так, водить. Давай, водятел, поворачивай. Так, там мой остров, да, ведь? Это же мой остров, да? Вроде похож на мой остров. Да. А, у меня справа скорость показывается, я ее не видел. Хера я тут хренач 45 км. 43, 47, 48, 50. Погоди, интересно, а если парус повернуть, лучше будет, нет? 53, 54. 50. Не, по-моему, пофигу вообще. Они из кожи следующий рюкзак? Охрен его знает. До следующего рюкзака еще дожить надо. С такими темпами. Непонятно, через сколько смертей будет следующий рюкзак. Не, ну типа, очень любопытно. Прям очень. Так-с. Допустим. Надо сейчас еще, наверное, по базе ресы собрать, которые заново появились. Очень не помешает бы.
Так, дерево разные, разнообразные. И, наверное, снова на торгашку мотаться сразу, что мне это дело копить. Патроны, наверное, пока сюда, это все на продажу. Шипастая дубина, наверное, тоже на продажу, потому что она мне вроде как не нужна. У меня копье получше, чем от шипастой дубины. Крабик. Эй, крабик полезный. Так, давай сначала то, что у нас домой идет. Так, это то, что домой, это все на продажу. Выживать на зимнем острове в пустыне будет потом, как? Посмотрим, посмотрим. Здесь можно рандомизировать точку вылазки. Ну, как ты, типа, на острове появляешься. На каком острове ты появляешься. Поэтому не исключено, честно говоря. Что здесь потом может быть очень весело. Появиться сразу с этими бандитами босиком и гой. Давай, вперда. Выживай, ёпта. Я не знаю, флэрку продавать, наверное, можно так же, как и броню эту. Сломанные части говорят, что восстанавливать можно, да? То есть надо. Мне кажется, вещи с кубиком можно по заданиям отдавать. Тут нет заданий. А вещи с кубиком — это декорация. Этим обозначается декорация именно. То есть это то, что можно вот так вот просто ставить. Все. Блин, мне нужен другой ящик. Отдельный уже. Наверное, отдельно по дорожку ящик нужен. Туда вот это все проставим сейчас. Я думаю, что у нас оружейка где-нибудь здесь будет еще. Так, оружка, патроны. Так. Оружка, патроны. Так, нет, это мы продадим. Окей, все остальное, в принципе, можно продавать. Жаль, тут нельзя сделать базу на шпажках. Можно, шпажки разобьют моментально вообще. Ускорение моментально до 45 км, до 50 км, сейчас, слушай. Какая удобная лодка. В принципе, мне кажется, что я на самом деле в воде под шифтом плыву примерно с той же скоростью. Правда. Мне кажется, я абсолютно с той же скоростью под шифтом плыть буду. Другое дело, что здесь я шифт не использую, это удобно. Еще мне надо, наверное, свою шлему будет продать, ботинки продать. Перчатки сменим, перчатки продадим. Ну и, наверное, штаны тоже продать надо, потому что все. А если я в инвентаре, кстати, лодка паузится. Забавно. Чтобы не уплыл туда, куда не надо. Еще, кстати, лодку надо посмотреть, попробовать починить. Потому что пониже выстрелы все-таки пришлись. Может быть, лодка у меня тоже пострадала сейчас. Так. Значит, больше одной. Так. Окей. Так, ну давай так. А, это максимум. То есть здесь нету прям вариантов особых. 3 стекла, в принципе, не так плохо. 4 этих фигни. 3 фигни, наверное. Нет, 4 именно. Ладно.
Не, тут видишь, все эти украшения есть для дома. Хэллоуинские. Непонятно, почему тут до сих пор Хэллоуин, хотя должен быть уже давно Новый год. Но вот почему-то он тут. Так. Мне еще очень приятно, что здесь лодка на месте умеет поворачиваться. Тоже прикольная особенность. Ну, неплохой рейдик получился, надо признать. Но... А зачем продавать? Починить? А зачем починить, когда я могу просто новый сделать? Я сейчас просто себе шлёпму сделаю, все. По поводу штанов, может быть, да, окей. Может быть, штаны стоило починить, правда. В магазе какой-то бинокль? Я не увидел. Но я не думаю, что мне бинокль нужен. Так-то. Вряд ли он полезен мне сейчас будет. Так-с. Где у нас грибасы? Окей. По-моему, это ве... Так, ну, во-первых, дерево появилось, да. Я пока не буду бить. Мне оно пока не надо. Локатор еще. Ты уверен, что ты не путаешь вот это синенькое с химическим веществом? Сегодня время спать. Ну, 47 монет, типа, уже есть. Фиг знает для чего, но пока есть. Да, мы бензик, наверное, действительно сюда в рандом будем складывать. Так, проверить лодку. Крабик это хорошо, крабик это вкусно. Так, хотя давай вот так вот. Сразу крабстеру туда поставим. Все? Не, еще спать нельзя. Так. Капустка все еще не созрела, кукурузка все еще не созрела, жажда. Так. Выпить, пожрать. Можно пока еще крабиков, например, приготовить. Я не знаю, можно ли тут из краба какой-нибудь суп делать. Наверняка мне в плиту надо. Вот эта вот плита... Нет. Где она? Подожди, а где плита была? Я что, плиту изучил? Серьезно? А, я плиту изучил, а я молодец. 8 компонентов, 4 железных слитка. Я компонентов получил 5. Ну, я, по крайней мере, эту фигню получил, так что можно попробовать компоненты самому сделать. Ага. Вот теперь у меня есть 8 компонентов железа. Что еще надо? Металлолома надо много. Во. Полноценная плита. Ага, салат, поднос с крабом как раз, блин. Нужен гребешок, блин, черт его знает, где гребешок найти. Что-то корейское из стропона с красной рыбой. Суп из грибов, бутылка с водой нужна только. И даже есть алкоголь из картофеля. Используется для создания коктейля Молотова. Лео, лол, тут есть коктейль Молотова. Окей. Неплохо. Неплохо. То бишь, вот бы им туда коктейль Молотова, это мы сможем устроить. На меня опять нападают.
Чё-то, блин, они зачастили. У меня еще урожай созрел, я его не потрогал еще. Ну тут хотя бы утро сейчас будет, сейчас видно будет, откуда меня нападают. А как ты внутрь за... Как? Они офигели, что ли, внутрь забираться? Что за хрень? Немножко странненько, ну ладно. Просто чуваки забрались внутрь без палева, да. Мясо крупной рыбы есть, да. А вот где мне гребешок взять? Интересно, может, гребешок можно было просто так доставать? А я типа не в курсе. Клубника, капуста. Семена капусты упали сразу. Ух ты. Слушай, а капуста-то рулет, оказывается. Так, давай картоплю. Блин. С картошки ни одного семечка не упало. А картошка для салатика нужна? Нет, для салата нужен лимон. Который тоже ни хрена не падает, между прочим. Лимон тоже та еще жопа. Мне бы поднять, как гребешков добывать. Супер офигенно было бы. Так. Ничего из этого не гребешок. Ничего из этого нельзя долбить, добыть. Можно серу вон там вот продолбить и металлолом забрать, например. Я видел такие, в принципе, наросты типа с гребешками. Может быть, можно лево, но не факт. Давай серу немножко добудем. Я уже хочу попробовать с акулычем подраться, честно говоря. Только для того, чтобы рюкзак себе получше сделать. Но, блин, как же опасно с акулой драться. Мне интересно, я в нем выстрелить могу вот так вот просто? Типа, чтобы она урон получила. Рубашка на три брони. Хорошо, ей идет. Значит, можно. Твою налево, все это время было можно. Обалдеть. Ну, теперь мы знаем, что гребешок тут добывается. С лодки застрелить акулу? Я не уверен, что я с лодки ее увижу внизу. Там еще серу, еще пару машинок. Там еще кислородный баллон плюс-минус обещают. Недалеко. Кислородный баллон тоже весьма интересен будет. Okay.
машинка. Еле-еле видно, блин. Будет переработчик. Может быть, как раз шмотки перерабатывать хреновые. Не, по-моему, нельзя. По-моему, это так под водой просто не работает. А, что? Я в нее попадал, мне просто не показывались, я в итоге ее убил? Хе-хей! Это работает! Под флеш арбалетом, я их кучу убил, может, на где стрелы. Она просто, я не знаю, типа, не показывалась, знаешь, что, вот этого, крестика при попадании. Как обычно по врагам ты попадаешь, а там крестик такой, типа, тык, и звук. В акуле такого не было, я думал, что я по ней не попадал. Здорово, Синч. А оказывается, можно? Охередно. Так, ну чё, тогда можно. Значит, во-первых, надо Марлини поубивать, а во-вторых, надо посмотреть, как рюкзак делается. И можно даже себе салатиков теперь намутить. Нет. Морепродуктов намутить. Марлин. Там были. Вон он один. Тут есть автожир. Да, я знаю, мы про вертуху уже видели. Так. Марлинка, кс-кс-кс, иди сюда. Почти. Еще раз. И плюк. Теперь с трех ударов, а не с четырех, они умирают. Тоже весьма неплохо. Давай мы вот это соберем. Металлолом на шлему потратил. О, а зато тут стекла падает. Кайф. Резина бы еще падала, цены, блин, не было. Так. Надо замечать красные вот эти водоросли теперь. Да, красные водоросли нужны. Весьма. Так. Помоечка. Вот резина. Кстати. По инвентарю пока все норм. Можно добыть. Если Марлин копьем бьешь, то видно кровь, как выходя из Делифик. Понял. Не, ну с другой стороны, тоже правильно, у Марлин тоже нету этой фигни, типа попадания. А очень сильно хотелось бы. Так, давай мы стак сюда. Окей. Поехали еще серу, наверное. Сера пригодится. Слушай, игра прям после пистолета. И зачистки базы, в которой я увидел до хрена патронов, игра реально заиграла новыми красками для меня. Прям, по-моему, еще более интересно стало. Давай. Поехали наверх. Окей. Супер, конечно, у нас прикид. Да, мне тоже нравится. Так, ментовская машина, сейчас из нее такой дробовик. Кстати, если есть патроны от дробовика... Воу-в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 оу. Реально? Патроны для пистолета, патроны от дробовика. Не, ну не сам дробовик, конечно, но патронные части оружия. В принципе, уже очень неплохо. Как обычно, надо в этой игре смотреть дробовик, потому что дробовики в абсолютном большинстве игр мне нравятся, но не во всех. Пару игр, в которых дробовики полный мусор есть. Не упадем домой. Сейчас можно сделать, попробовать, типа, фигню морепродуктную какую-то корейскую. Я, кстати, не знаю, как это язык китайский. У китайцев, по-моему, более угловатые иероглифы. Это больше на какой-нибудь корейский похоже. Ну и, кстати, девочка тоже вот на корейку похожа.
Корейка. Канарейка, блин. Так. Расхреначится. Дерево сюда. Так, раз, два, три, четыре, пять. Неплохо. Так, это сюда. Рыбку пока сюда. Так, есть шкура акулы, есть шкура марлина. Сейчас мы посмотрим, что мне с ними делать надо, как только я полностью отхреначусь. Так, это сюда, винтик сюда, патроны сюда. Это сюда, это, видимо, тоже сюда. И майка пока в рандом пойдет. Кореянка, корейка, это что-то из мяса? Да ладно. Ты не любишь мясистых кореянок? Так. Супецкий. Где он тут? Краб, крупная рыба, гребешок. Краб, крупная рыба, гребешок. Дерево. Определенно точно готовиться будет какое-то время, ладно. Интересная фиговина, вполне. Так. Станция для заправки воздушных судов. Вот, мастерская брони может быть. Можно железный шлем сделать, но мне интереснее всего рюкзак. Две резины по одной шкуре и четыре ткани. Ага. Ей! А теперь вопрос, как его сделать? Фак. Мне надо две шкуры марлина, но одна шкура акулы еще. Мех. Слушай, я бы так жил с такими приправами на необитаемом острове, то? А еще я ничего не посадил, я, блин, молодец. О, готово. Поднос с морепродуктами. Полностью восстанавливает пищу и увеличивает. Классно. Увеличение чего-то без смс регистрации. Прикольненько, вполне. Так, у меня есть птиц. У меня есть грибы, у меня нет бутылки воды. Мне надо сделать бутылку. Я ее уже изучил, да? А, да. Так. Взять воду. Ага. Жажда 40, энергия 5. Интересно, она одноразовая или нет? Бутылка воды, два гриба и курица. Бутылка воды, курица. Да. Нет. Это та игра, в которой стеклянную бутылку ты не жрешь. О боже мой, ни хрена себе. Слушай, мне эта игра уже трындец как нравится на самом деле. Тут столько изменений от выживачей, которые были тупые, и эта игра сделала все по-умному правильно. Капец, это игра охеренная. Кореянкам ничего не надо, не надо ничего увеличивать. Ну как? Не, ну. Но конкретно этой, наверное, ничего увеличивать не надо. Это да, это факт. Но это не CSGO, вы еще про скин вспомните. Не, ну мало ли. Так. Сколько у нас? 14.39. Так, оп. Суп из грибов и птицы, где нет перевода. Бывает. Но тоже на фулы восстанавливает все и делает меньше потребления, что прикольно. Так, хорошо. Куда мы теперь пойдем? Мы теперь пойдем пожрать, попить все-таки, да? Так, давай конфету. Эту и эту. Пойдет. Так, 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 так. Куда мы пойдем? Мне бы за лимончиком, конечно, но не факт, что лимон там заново появился. Можно вон туда попробовать пойти на мародеров еще раз.
То есть мы на тех мародеров ходили, теперь можно вон тех сходить. Надеюсь на то, чтобы меня в этот раз не уничтожат сразу. Да, уничтожат чуть погодя. Ну, по крайней мере, я еще знаю, что лодка должна выдержать достаточно неплохое количество попаданий. Поэтому лодку можно использовать как щит. Это было очень странно. То есть, с лодки во время движения лучше не вставать. Тоже вот. Мне кажется, еще 1-2 стрима начнем заново, чтобы не допускать ошибки. Я думаю, я сначала прохожу, я потом, ну, типа, может быть, мы заново и начнем. Че? Хотя реиграбельность у этой игрушки будет очень слабо, потому что здесь карта не рандомится. Тут прям с реиграбельностью будут проблемы, это факт. Слушай, по-моему, она практически такая же, как и предыдущая была база. Ловучее убежище 93%. Слушай, а кто-нибудь знает, что значит вот эти вот проценты? Это типа процент зачистки? Тогда почему на плавучем убежище мне 93, хотя я там вроде полностью все зачистил и полностью все разбил? Что это проценты вообще значит? Мародеры. Окей. То бишь просадки есть приличные. Ты чё, прям плыть? Серьезно? Нет. Показалось. Окей. Ну давай мы чуть-чуть приблизимся, наверное. Найс. Еще 204 на. Слушай, охренеть, их тут стоит. Я их замечаю постепенно прям. Хорошо, что одни не замечают меня. Это очень приятно. Глухие, что за бей. Но их тут прям дофига. Окей. Здесь вроде теперь чистенько. Такс. Топ-топ-топ-топ. Потише, блядь, нельзя? Топать, жопа. Это с пушкой уже была жопа. А, с арбалетом. Зачем нам штаны и так жарко, Вова? На самом верху, походу, чувак, что ли, остался? Уже с оружием был. Блин. Но он хотя бы с копьем. Это уже не может не радовать. Интересно, через текстурку можно или нет? Окей.
Ей, победа. Окей, на первом этаже их было реально дохрена. Бриллиантовое колечко 150. Погоди, венцо? Дорогое видно. Окей. Так, здесь все. Здесь вроде тоже все. Кондей жалко, не разбираются. Было бы прикольно, если кондей разобрать можно было бы еще. Чутка металлолом. И еще чутка металлолом. Окей. Много металлолома. Окей, что у нас еще резина есть, хорошо. Я не представляю, сколько надо будет зачищать, например, вон тот остров. Потому что по размерам он просто нереальный вообще. Компоненты хотя бы. Тут у нас минус кровать. Минус диван. Кожа? Даже ни одной кожи не дали. Жопа жадная. Так, здесь был шкаф, но... Да, шкаф был пуст. Окей. Так, давай еще резину. Много болтов для арбалета, кстати, упало. Прям очень, очень серьезно болтов для арбалета упало. Что-то я? Давай мы просто сложим. Окей. О! Это боевой ящик? Или это... А это вообще не ящик, блин. Мне на той базе очень боевой ящик понравился с патронами. Такого бы ящика почаще хотелось бы видеть. Патрончики. Опа! Жареная ваха! Эй! Жареный вахалюк. И суп из грибов. Слушай, еды прям полно. Хорошо, без еды не останемся. Очень долгое время еще. Все, что ли? Вроде все. Неплохая получилась зачистка. Так. Мне бы вот этих марлинов бы посливать. Мне их два надо. А тут в темноте их ни хрена не видно вообще. А, вот. Они именно вокруг базы плавают. Есть. А еще один? Есть. Найс. Плюс два марлиня. Not bad. А еще мне холодно. Вата. Такс. Куда мы идем? Мы туда идем, да? Девочку ночью немножечко трясет. И вот опять же, 90%. Почему? Не, ну я ночью сейчас уже искать Катьку не буду. Это бесполезно. Ни хрена не видно реально. Но реально просто вот, типа, почему? Вроде все обсмотрел, весь лут забрал. Все обдолбал. Не, блин. 90%. Интересно, на карте будет указываться, когда 0% будет? То есть, если лут обновится, там будет написано, что 0%. Интересно. Может, под водой что-то? Нет, это плавучая база, по идее, там не должно быть ничего под водой. Окей. Шпать. Еще не время, но охереть теперь.
Так. Давай сначала в еду. У меня на самом деле очень много всякого в еде. Окей, давай так. Можно жареных грибасов подожрать, и будет нормально. Рюкзак для рюкзака, акулу еще нужна. У меня акулы еще пока не было. Капуста, водичка, семечко капусты. Так. О. Капуста охрененно семечков дает. Вот это прям супер офигенно. Прям очень приятно. Но стакается всего 10. Косяк. Это мне отдельный, блин, деревянный ящик теперь нужен еще для еды. Интересно, они же ничем не отличаются, правильно? Ящик с боеприпасами, контейнер для пищи. У них же... Объем всегда одинаковый, я правильно понимаю? Опять же, есть ли кто знаток в чате? Так, давай тогда сюда сырую, а туда типа крутую готовую. Так получается. Как-то так. Короче, правильно. Окей, так. Куда уж больше, блин. Ай, как это громко. Куда уж больше базар. И так вроде нормально. Так, сырая сюда. Ну, на самом деле, весьма приличное количество резины было, что очень приятно. Бензинчик. Так. Это, наверное, пока вот так вот сюда пойдет. Так, вода, вода, вода сюда. Болты для арбалета. Может быть, арбалетом тоже надо будет заняться. Если столько болтов выпадает, почему бы нет? Так, железный слиток и металлолом. Окей, пока я дома буду, давай еще слитки поделаем. Металлолом. Железный слиток. Ковайник. Станция для заправки, я не уверен. Мастерской брони можно тоже взять себе. Благо есть. Так. Окей, теперь давай смотреть, что у нас, как это строится, значит. Я могу гранату сделать. Это будет достаточно любопытно на защиту форпост, например, да? Так. Более прикольного топора здесь нет. Я почему-то изучил железный шлем. Окей, больше здесь ничего интересненького нет. Так. Значит, мне нужна наковальня. 4 слитка железа жопа жрет. Очень много. Да ладно. Так. На, ковайник. Железный топор!
70 урона. Железное копье 70 урона. Булава 50 урона. Железный меч 38 урона. Мачете 30 урона. Так. Окей. Интересно, почему булава и меч так мало урона наносит? Семьдесят урона вместо 40 — это нихера так себе, между прочим, апгрейд. Я бы, наверное, даже взял. У меня нет 6 компонентов, у меня 5 компонентов. Ладно, компоненты можно, в принципе, из резины делать. Окей. Стекло, металлолом, резина. Стекло немножко жалко, да. Допустим, 10 компонентов. Допустим, так и... Ей, железное копье! Офигеть, красивое. Прям корейское боевое такое. Да. Копье самурая. Ок. Ну, например... Допускаю. Так. Что у нас? Больше пока ничего нет. Ну, может быть, топор прикольный, железный. Но мне моего, собственно, пока достаточно. Что еще у нас? Сейфик. Такое. Продвинутый насос. Можно, наверное, почему бы и нет. Боевая броня и шкура марлина нет. Вот, малая воздушка нужна, компоненты и резина. Так, малый воздушный резервуар. Теперь даже понятно, что это. Так, а где ты его делать будешь? Вот он. Блин, 6 компонентов-то. Че, что все столько компонентов-то жрете? Найс. Окей. В принципе, неплохо, одно компонентов снова нету нифига. Броник не поставил. А. Окей. Мастерская бродни. Так. Туда я оружку хотел ставить, правильно ведь? Мастерскую бродни надо поставить. Блин, она тоже здоровая. Реально ведь расширять базу придется, блин, из-за этого. Это неудобно. Нападать будут. Что, мне ее сюда расширить, чтобы безболезненно было? Ну как, без болезни? Мне все равно больно, блин, все равно... Хотя, может, просто комнату сделать, может, даже дверь оставить. Просто сделать, типа, комнату и все. Второй этаж. Проблема в том, что я над скалой. В смысле, под скалой. Такой себе второй этаж получится. А как фундамент будет тогда? Ну, типа, ладно, окей, можно так.
Я почти могу забраться, но мне скала все-таки мешает. Блин. А я могу эту шнягу переместить ящиком? Фигня на продажу пойдет. Но походу ресы все-таки терять надо будет. К сожалению. Не люблю ресы терять. Да, их много, понятно, но все равно терять неприятно. Так. Типа, ладно, можно здесь второй этаж действительно устроить. Так. А, можно окошко, в принципе, чего бы нет. Сделать кокошки, чтобы отстреливаться потом. Ой, интересно, слушай, а я сюда пол смогу? То есть... Тут столба нет. Так. Столбик. А, не, подожди, там есть столб. Не понял. Армированная стена, кстати. 4000 хп. Тоже неплохо. У тебя же там столб есть, чё ты? Строй. Не хочет. А, может там фундамента типа номинального нет? Нельзя, да? Наверное, всё-таки палатка мешает. Хотя я вот так вот прямо на палатке могу строить, но вот здесь вот почему-то не могу вообще. Может, если я вот так поставлю, я смогу? Да? О, на, не, найс. Окей, все, все можно. Нормально. Так, тогда мы делаем... Вот сюда еще кукошки. Если понадобится, можно будет еще выше сделать тогда. Хорошая идея про второй этаж. Спасибо за. Окей, так. Угу. Давай мы второй этаж в ферму превратим, наверное, да? Я вот это все сейчас одни созреют, потому что я не хочу терять явно семена капусты просто так. Они созреют, их можно будет перенести на второй этаж. И это будет зашибись. Секунду. Так. Пока продолжим металл дальше плавить. Не, ну нормалек, чё. До второго этажа просто так не доберутся, здесь у меня как бы баррикады. Прикольно. А может станки все на второй? Мне кажется, что мне лучше... Ну то есть я к еде буду меньше прикладываться, чем мне понадобятся станки и хранилища. Поэтому станки и хранилища будут на первом этаже, а еда на втором. Потому что еда нужна, для нее нужно место. В любом случае нужна. Мне кажется, выгоднее еду все-таки на втором этаже разместить, нежели станки. Хм.
здесь тоже нужна, видимо, колонна. Так вот. И пол. Да. Ну а теперь сюда можно что-нибудь будет ставить. Здесь, наверное, лучше проставить стену. Мало ли. Можно даже сразу про третий этаж подумать. Не. Не. Может быть? Да, мне по ней дают нормально забраться, поэтому да, окей. Вот так вот, наверное, может быть. Так, колонна. Сюда везде новую колонну надо поставить. Интересно, у тебя люк есть? Пол с люком, типа. Мне кажется, или что-то тут люкообразное было, не? Или я не прав? Винодельню сделаем на третьем. Вот мне бы люк, чтобы можно было туда и ходить пешком. Было бы здорово. Пока дальше ничего нет. Не, ну могу еще более выступающий пол, в принципе, сделать, да, вокруг. Нет. Это будет еще один козырек дополнительный. Окей, прикольно. Допустим. Так, опуск все еще не созрела. Окей. Ну что, в принципе, пока на сегодня хватит. Время уже 6. Блин, за этой игрушкой время вообще незаметно пролетает. Просто вот вау. Очень нравится. Люблю такие выживатели. Так, так. Да ладно. И вот. Во! Собственно, офигенно поиграли, но пока что все. Я думаю, продолжим, может быть, даже завтра. Блин, классная игрушка прям. Тащусь. Не зря купил. Еще бы звук не баговал, блин, цены бы и не было.